Вас все уважают и очень сильно любят. В твоих зубах металл. А значит, вы люди, люди, которые говорят о том, где-то далеко в Строгино мой дом. Показать свою индивидуальность, правильно? Здесь вы тоже можете сделать грилс и показать свою индивидуальность. Допустим, написать свою принадлежность. Эта девушка кубинка, поэтому на ее грилс написано Куба. Также эти элементы можно изготовить из инкрустаций камней, из золота или из любых драгоценных сплавов. Лепить автомат или пистолет, как это делать. Все, что придет вам в голову, можно сделать. Пять метров в секунду. Отличный ветер, чтобы выиграть регату.
печкам, да, своим печкам, где вы будете жарить мясо, потому что сейчас вот этот сам конкурс будет называться «Шеф барбекю», и я буду непосредственно вашим шефом, буду пробовать и говорить, кто лучше всех.
Damn. Yeah. 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 Ничего не придумаешь. А первое место в самой рэп-бригаде заняла компания, которая создает, первая начала создавать и единственная в нашей стране. Эта команда называется Grills Customs. Пожалуйста. Гальюн, сынок. Ты отливал когда-нибудь в гальюне? О, ну, допустим, типа грилс. Ты отливал грилс в гальюне? А? Ты отливал грилс в гальюне? Ты отливал в гальюне с грилзами? А я грилс отливал в гальюне. Ух ты. Опа.